В нынешнем году ожидается выход новых часов Apple Watch и наушников AirPods, что дополнительно подстегнет продажи этих устройств. Ресурс DigiTimes сегодня поделился информацией, касающейся грядущих продуктов Apple. Начнем с того, что CKK станет единственным производителем однокристальной системы Apple A13, которая станет основой для iPhone нового поколения. Это соуси будет производиться по 7-нанометровому техпроцессу, как и A12. Мы уже слышали подобную информацию ранее, так что вероятность именно такого исхода весьма велика. Кроме того, источник подтверждает выход наушников AirPods 2 в нынешнем году. Подробностей пока нет, хотя ранее мы слышали о том, что одним лишь новым футляром Apple не обойдется. Что касается часов Apple Watch, новая модель также выйдет в этом году. В связи с этим ожидается значительный рост продаж как часов Apple, так и беспроводных наушников. Эти продукты сейчас очень популярны, а новые модели должны дополнительно подстегнуть спрос. А вот продажи ноутбуков MacBook, как ожидается, в нынешнем году снизится, хотя и незначительно.